Всем привет, я в аэропорту, сижу в массажном кресле, мне очень приятно. Надеюсь, ваше воскресенье, ваше воскресное утро, переходящее в день, так же приятно, как и мое. Друзья, обратиться я к вам хочу вот с каким вопросом. Я сейчас планирую издавать свою третью книжку «Танцующий на крыше». Это такой получился плотный мистический триллер. Мне кажется, получилась отличная история, и я счастлив буду, если она понравится вам, но... Перед этим хотел узнать, есть ли у вас какие-то иллюстраторы, возможно, знакомые, возможно, просто чьи-то работы вам понравились, и вы знаете имя этого человека. Возможно, вы знаете страницы Инстаграм хороших дизайнеров, книг, именно книг, и не детских, а мистических. Нечто таинственное, нечто красивое и дорого выглядящее, и, в принципе, дорого стоящее. Пожалуйста, присылайте мне в директ, я посмотрю, и, возможно, с вашей помощью мы сделаем книгу «Танцующий на крыше» не только интересной, я скромный парень, но и еще и красивой. Так что красивой, в смысле, книгу мы сделаем. Там получилось, что я скромный и красивый. Нет, друзья мои, с моим носом, который с возрастом постепенно превращается в нос Роберта Де Ниро, я думаю, от красоты я с каждым шагом все дальше и дальше. Но, ладно, это утреннее воскресное кокетство. Всем хорошего дня и завтра отличной новой недели, начала новой недели. А пока кайфуем и хорошего воскресенья. Все, пока.